далеких 19-20 веках сельский сход был настоящим органом местного самоуправления, который объединял всех крестьян и даже обладал судебно-полицейской властью. В современном мире значение сельского схода немного утратилось, но традицию его проведения, пусть и не в таком формате, решено было возобновить. На мероприятие, организованное на базе Ульяновской сельскохозяйственной академии, съехались главы крестьянских хозяйств, фермеры и руководители крупных областных организаций. Сегодня мы проводим на базе нашего аграрного университета, проводим сельский сход, где на сегодняшний день принимает более 300 человек участников. На сегодняшний день мы соединили несколько площадок. За круглым столом местные аграрии поделились опытом в различных сферах сельского хозяйства, обсудили технические новинки. А в перерывах познакомились с продукцией своих коллег на специальной выставке-ярмарке. Свои предпочтения потребители все больше и больше начинают отдавать продукции именно местных производителей. Вырос спрос товаров у крупных торговых сетей, а как следствие прибыль фермеров значительно увеличилась. Сегодня фермерское движение, оно стало заметным явлением в Ульяновской области. Заметным явлением, я думаю, стоит здесь, что называется, обратиться к цифрам. Вот за последние 12 лет индекс сельскохозяйственного производства, а это консолидированный показатель, вот в личных подсобных хозяйствах, он составил 118%. Ассоциация сельских старост Ульяновской области приняла активное участие в съезде. Такая же организация существовала еще в Советском Союзе. Работники сельского хозяйства избирали ответственного односельчанина путем голосования, и он решал вопросы благоустройства на местах, докладывал вышестоящей инстанции о проблемах сельчан. Восстановить движение было решено только год назад. И за это время старосты стали незаменимыми помощниками для фермеров. Пока аграрии сеют и жнут, старосты решают организационные вопросы. Любой рядовой староста и фермер могли встретиться с министром, с замом министром, задать необходимые вопросы и получить на них ответы. В Ульяновской области сельский сход прошел впервые. Губернатор Сергей Морозов отметил, что сход должен проводиться минимум 2 раза в год и при участии органов власти всех уровней. Именно в таком составе решение задач по развитию сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса будет эффективным. В моем понимании, сельский сход будет проходить не менее 2 раз, возможно, в год. И руководители разного уровня, будь то районного, будь то регионального, государственного, если надо, то и федерального, будут приглашаться на сельский сход для того, чтобы рассказать и, если надо, то и отчитаться о той работе. Совсем скоро аграрии Ульяновской области приступят к весенне-полевым работам. Следующий сход планируется провести осенью после уборочной страды. Виктория Чиркова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.